Всем здравствуйте! В данном видео давайте мы рассмотрим, как удалить все вирусы с компьютера после установки в GTA 5 каких-нибудь программ. Если у вас компьютер подвисает и подтормаживает, то этот способ именно для вас. Надо удалять все вирусы быстро и моментально. Так, в первую очередь вам надо знать пароль от вашей учетной записи в Windows. Это внимание, это нужно взять. Потому что в дальнейшем будем переходить в безопасный режим, там нужно ввести пароль. Знайте перед этим или восстановите пароль, чтобы у вас был он под рукой. Следующее действие мы делаем. Заходим в браузер любой. Загружаем самый лучший антивирус в папке загрузки. Переходим второе, доктор веб, ультру скачиваем. Также в папке загрузки. Закрываем, заходим в загрузки. Вот у нас два скачанных файла. В первую очередь мы устанавливаем. Запускаем от имени администратора. Да. Личный компьютер, рабочий. Ну, давайте рабочий у нас компьютер. Расширение настроек. Куда вы показываете, куда путь установки установить. Происходит установка. В первую очередь нужно зайти в него. Так, добро пожаловать. Здесь нужно проверить наличие обновления. Окей, если у вас актуальная версия, будет так. Все, закрываем его пока. Также устанавливаем доктор веб. Вот она установилась, я принимаю решение продолжить. Здесь мы выбираем все объекты. И запустить проверку. Но это мы сделаем в безопасном режиме. Потому что в безопасном режиме ни один вирус не может удержаться после проверки антивирусами. Именно первый Malwarebytes и второй Dr. Web. Давайте мы теперь перейдем в безопасный режим. В поиске надо прописать команду. Вот именно заходим в поиск, прописываем команду. Открываем правой кнопкой мыши. Запустить от имени администратора. Запускаем. Переходим в загрузки. Нажимаем безопасный режим. Нажимаем применить. Нажимаем ОК. Данные предложено перезагрузить. И мы заходим перезагрузить безопасный режим. Там, где нужно нам ввести пароль от учетной записи. Для этого вы сначала сделайте, и чтобы у вас был пароль. Все, мы переходим в безопасный режим. Теперь мы находимся в безопасном режиме. Нам запустить надо программу. Запускаем эту программу. И начинаем проверку. Все, что нужно нам для этого. Все, проверяем. И здесь смотрим, установлен у нас вирус или нет. Для этого я чистил, но я еще решил попробовать еще разок. Давайте посмотрим. Так, проходит проверка. Вот первый. Обнаружил второй объект. Я сделаю ускоренно, чтобы ваше время не терять. Вот два объекта уже есть. Прошло еще немного времени, и как раз уже 17 объектов. У меня первоначально нашлось 78 объектов. В данном видео я не знаю, сколько у меня найдется. Давайте посмотрим. У кого-то даже находится и 150. И человек с этим компьютером работает и играет, а компьютер тормозит. Давайте посмотрим до конца, проверочку проведем, сколько у меня обнаружится. В конечном итоге у меня обнаружилось 19 вирусов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько у вас обнаружилось, чтобы мне конкретно знать, и мне очень даже это интересно. Для этого у меня 78 было, сейчас 19. Так что давайте мы... Напишем в комментариях, сколько у кого, и тогда подведем итог, у кого самый лучший антивирус. И в последнюю очередь помещаем его в карантин. Все, они помещаются, эти файлы карантина, и после перезагрузки данные вирусы исчезнут и удалятся. И у вас будет компьютер просто летать. Напишите, у кого летает, также в комментарии, чтобы было мне известно. Все, нажимаем готово.
Также в безопасном режиме мы проверим доктор веб. Также ультра очень эффективные. Я проверял, у меня ничего не нашло. Но у вас также можете посмотреть, сколько найдется. И напишите, пожалуйста, также в комментарии. Вот доктор веб запускаем. Правой кнопкой мыши запуск администратора. Запустилась программа. Нажимаем «Я согласен». Нажимаем «Продолжить». Выбрать объекты, выбрать все папки. Запустить сканировку. Все, пошел скан. И вы проходите до конца и смотрите и пишете, сколько в комментариях у вас обнаружило объектов. В моем случае у нас ничего не обнаружилось, потому что я до этого делал такую же проверку. У меня обнаружилось там еще дополнительно 3 вируса. Так что это будет лучше для вас. Потом переходим опять, копируем название, вставляем в поиск, чтобы вернуться из безопасного режима. И здесь, внимание, нужно уже ввести будет после того пароль от учетной записи Windows. Не забудьте. Здесь загрузка, снимаем галочку «Безопасный режим», «Применить» и «Перезагрузка». И все, и там пароль надо вводить. Перезагрузка. Теперь ваш компьютер летает очень шустро и быстро. Кому понравилось видео, кому я помог, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. И напишите комментарий, если у кого-то что-то не получилось. Всем спасибо, всем всего доброго, подписывайтесь на мой канал. До свидания.